Сегодня на вечер у меня жареный халюмила такой 24%, ливантийская кухня. Тут все расписано, калории. Ах, мой мозг, господи. В общем, почти нет углеводов. Так, халюмио готов. Пусть чуть-чуть подостынет, потому что я с пылу с жару. У меня есть травка. Вот такая вот. Своя родная. Это сельдерей, ну, зеленый лук. Сейчас его закину туда. Сырок готов. Вот я положила нашу зелень уже. Пусть остывает. И приятного аппетита. Как его жарить? Есть куча роликов, поэтому я снимать не стала. Только окончательный вариант. То, что я люблю.